поговорим? И затем мы собрались. Я вот что хотел сказать. Дорогая, у нас с тобой не просто брак, вот, а священный союз, унисон звучащих сердец. Вот. Меня это радует. Да, но при этом наукой давно установлен факт. Полигамен без исключения любой самец. Интересный факт. Да, научный. Это не значит, что я тебе изменил. Вот. Я это, буду надеяться. Ну, естественно, конечно. Ты, как и прежде, одна в моей судьбе. Вот. Но ввиду обстоятельств, что я тебе выше изложил, вот, прошу без волнения, ты просто представь себе. Ну, давай представлю. Да-да, вот, просто чисто гипотетически, вот, представь себе ситуацию, что в бане, теоретически, да, теоретически, друзьями значит. Могу оказаться я, конечно, и буду гипотетически в угаре. Но это ты можешь. В котором, как ты знаешь, бываю я систематически. Периодически. Да. И чисто гипотетически, опять же, в бане окажется женщина профессии древней. Какая классической. Нормально. Древнеклассической, да. Значит. И выпив под лепса, начнет она двигаться эротически. Вот. Чем в действие приведет она мой механизм. Символические, да. И в сложной такой ситуации, пусть и гипотетической, вряд ли я смогу остаться я верным тебе физически. Вот придется мне с ней исполнить ряд этюдов акробатических, там всяких. Надо было еще танго. Без всяких чувств романтических, без танго, а лишь двигаясь механически. Но в свете того, что мной сказано, сказано, заметь, теоретически, да. Простишь ли меня, любимая? Да, простишь ли гипотетически, или, скажем так, чисто гипотетически меня? А чисто гипотетически простишь? А теперь послушай меня. Ты мой самый любимый мужчина на свете, но... Что значит «но»? Я смелюсь нарушить стойкость твоих идей. Да, ну, попробуй, да. Дело в том, что науке известно давным-давно. С наукой не поспоришь, когда. Моногамны все женщины по природе своей. Да, никуда не деться. Да. Не хочу информации этой тебя пугать. Но послушай внимательно, мой полигамный друг. Да-да, слушаю. Расскажу я, какого развития нужно ждать. Да, вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Если этот сюжет нашей жизни случится вдруг. Да-да. Чисто гипотетически. Ну, чисто, да. Представь кастрюлю тяжелую, которая теоретически летит тебе прямо в голову. Добрый. А следом автоматически летит утюг электрический. Лишая тебя способности мыслить аналитически. Да, и чисто гипотетически представь свою новую Ауди. Вот из махи трубы металлической, да, а ее превращающей в старую. Да, вот представь, как лучше, тебе да. приближается наш острый нож керамический. И вот от здорово, тебя да. отделяется твой механизм фаллический. И чисто гипотетически представь себе положение, в котором в палате клинической ты грустный лежишь без движения. Давай, а я улетаю с начальником на жаркий курорт тропический. Давно он зовет меня. Вот чисто гипотетически. Проговорилась или перед фактом поставила? Чисто гипотетически зовет. Знаешь, что я тебе скажу? Чисто гипотетически меня. Да я уж как-то догадался. Давай же друг друга будем мы любить, как в стихах лирических. И будем друг другу всегда верны. Хотя бы гипотетически. Да, вот то слово, да. Чисто гипотетически верны.
чисто гипотетически любить. Да, вот и чисто гипотетически всегда. Да. Ну вот и поговорили. Ну а чего ж мы не родные, что ли?